Для российских миротворцев в Нагорном Карабахе возведены еще 4 новых блочно-модульных городка, говорится в сообщении на официальном сайте Министерства обороны России. Городки были возведены в Ханкенди и в Ходжавенде и уже введены в эксплуатацию. На сегодняшний день в Карабахе для военнослужащих миротворческого контингента построено уже 8 городков. Они позволяют создать комфортные условия жизни и быта личного состава и отказаться от полевых пунктов питания, банно-прачечных пунктов, полевых складов. Есть.